раздолбаи! Устроили тут спальный район, понимаешь ли? Вы свою задницу так проспите, и не только свою! Поднимай Астахова с его бойцами! Пусть меняет твоих сонных красавиц на постах! Я вами займусь чуть позже! Век будете помнить! Есть, товарищ лейтенант! Разрешите выполнять? Ты еще здесь? Бегом! Эй, младшой! Астахов, подъем! Сколько времени? Какого черта? У меня залет. Лейтенант велел к вам встать в охранение взамен моих карасей. Пароль стрела, отзыв ворона. Что случилось-то? Да ну, блин, у меня же сплошь молодые, только что с Кольгуева. В службу еще не врубились и спят на постах. Как спят? Стоя, как лошади, мать их. Полночи ходил, пинал по очереди, а под утро Летеха застукал. Теперь ревет и мечет, я бы на твоем месте поспешил, а то еще и тебе перепадет. Встаю. Отделение, подъем! Через 3 минуты все снаружи! Лейтенантик, по-моему, перебарщивает. Вы сутки на ногах да в боях. Мог бы и не дергать из-за такого пустяка. Подумаешь, один задремал. Да нет уж! Нам спокойнее не спать в охранении, чем быть прибитыми во сне из-за каких-то столопов. Вылазим живее. Нас чуть не проспали, а теперь могут еще и поиметь.